Густой колючий куст с прямыми побегами достигает 1,2, 1,5 метра в высоту. Листья крупные, золотисто-желтые, с карминовым окаймлением, осенью окрашиваются в оранжево-красный. Крупные, красные, декоративные плоды. Для полной окраски нуждается в солнечном месте, предпочитает плодородную почву. Рекомендуется одиночно, в группах, для изгородей и контейнеров. Хорошо переносит стрижку и формовку. Солнечные и полутенистые места. Барбарис Тунберга – это кустарники высотой 200 см. Цветет растение в месяц май. Окраска цветка желтый. Летом листва желтый, осенью листва красный. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.